motherfucker. Любая клавиша. Isolations. Продолжить игру. Андроиды примитивные, но это не значит потоки электроэнергии против андроидов одновременно различные. Васап, ребятки, с вами канал Alligame, Despair Rock. Это Aliens Isolation, а мы продолжаем наши выживательные дела. Мы попали в жилую зону Соломон. Мы идем надрать задницу какому-то типу, которого мы имя уже забыли, да и кто здесь запоминает, как зовут какого персонажа. Нам нужно подать энергию вот сюда, к дверям. Я пока не знаю, что я ищу. Ищу какой-то проход куда-то, в какую-то часть. Приключения только начинаются. Оглушенные андроиды уязвимы для... Что-то здесь должно напоминать нам энергию. Ну, как бы тут пылесос подсказка, да? Мне кажется... Да, вот. Вот оно что. Ну, я же говорил, что мы где-то рядом, только вот бы понять, насколько и где. Так, а что у нас по аптечкам? Лучше, ну, как бы это, чтобы потом не все как обычно. А мы подходим к какой-то комнате с генератором, прикинь. И пока вот вроде бы все хорошо. В этой игре, когда очень долго все хорошо, потом также долго все идет плохо. Так, валим дальше. Не хочу тебя расстраивать, но тут что-то не так с андроидами. Да я в курсе. Они у вас тут давно с ума сошли. Да нет, тут что-то новое. Они уходят с постов. Я видел одного в общественной зоне. Такого еще не было. Ну, класс. Ты уж осторожней. Так, здесь что-то происходит, и надо нам быть осторожней. Так, и мы, собственно, оказались где? Мы оказались тут. Окей, валим дальше. То есть нам теперь нужно найти проход, который позволит нам пройти на ту сторону. Тем временем. Так, возможно, может быть, здесь какой-то есть лаз. Да, смотри, какой-то лаз есть. А что за новый уровень угрозы? Да не знаю я. Пытаюсь выйти на связь с вашим Сэмуэльсом. Может, он в курсе, что затевает Аполло. Угроза страшно растет вообще. Все в угрозе. Так... Вернуться в бюро СБ. Они лишены эмоций. Уэйтс, в чем дело? Андроиды с цепи сорвались, нападают на всех, кого видят. Я не знаю, что происходит. Не беспокойся. Они уже не просто атакуют нарушителей. Они как будто охотятся. На кого? На всех и каждого. Офигеть. В каком смысле? Погодите. Так, пока он там смотрит. Так, мы проникли сюда, да, теперь вправо. Максимально быстро. Уэйтс, тут проход заблокирован. Открыть как-то можно? Охереть. Уэйтс! Ах, вы ублюдки, кровожадные ублюдки! Не смейте их трогать! А ну, валите! Походу Вейцу сделали апгрейд. Мы его уже не дождемся, поэтому полагаться на него не стоит. Жилая зона Соломон, нижний зал галереи. Погнали, ребят. Найти другой маршрут. Я же сказал, мы двигались все выше и выше. В надежде добраться до бюро службы безопасности, где сидят остальные члены экипажа, чтобы понять, что с ними, как они вообще сами с собой там, все ли у них хорошо. Проблема в том, что нам нужно добраться туда живыми, иначе ничего не получится, диалога не будет. Итак, мы нашли какой-то секретный лаз, который нас куда-то провел. Провел? Ох ты, shit. Holy shit. Здесь это не разрешается. Ты видел? Он его просто сжарил. Дальше мы проходим вот сюда. Здесь все завалено. Тут не открывается. Давай попробуем пройти в другую сторону. Так, и мы попадаем куда? Здесь есть какой-то лаз.
Сразу мы его-то и не заметили. Недолго думая, мы отправились через эту вентиляцию. А я понял, где мы появились. Смотри, мы появились там, где мы почти надо. Осталось только понять. Станция, вид шикарный просто. Так, здесь что у нас? Итак, они решили от меня избавиться, существо поймать живым. В общем, мы добрались до этой зоны безопасности. Осталось только, нихера себе, а это куда у нас идет, что? Давай заглянем, посмотрим. Какая-то рубка, в которой что-то где-то управляется. Не знаю. Камера, где сидел тот, кого мы должны были освободить, открыта. Здесь есть еще какой-то проход куда-то туда. Рипли, они погибли. Все. Андроиды всех перебили. Не понимаю. Офигеть. Почему? Я не знаю. А вот Сэмюэльс может знать. При чем тут Сэмюэльс? Уэйтс отправил его к Аполлу. Надо его найти. Ты видел Тейлор или Марлоу? Нет. Нет. Офигеть. Тут их тоже нет. Они их всех перебили. Думаю, все ясно. Рикардо. Рикардо, я пойду за Сэмюэльсом. Ты тут разберешься? Мне нужны глаза и уши. Нет уж, я тут не останусь. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь сесть за пульт и провести меня? Рикардо! Да. Да, я смогу. Запри двери. Соберись, Рикардо. Никуда не выходи и не прикрывай меня. Я за тобой вернусь.